Люди должны сопротивляться, потому что это наша страна. Но этот режим, он перерождается в сторону тоталитарного? Российская армия убивает украинских детей. А если бы Евгений Алексей пришел к вам, Навальный, с таким же вопросом? С каким? Мне может быть неинтересно. Павел, еще раз вы это сделаете, я просто вырублю к Евгению Алексею этот эфир.